Вы на канале «Умно и разумно». Соль – это продукт, издавна использующийся во многих сферах жизни, от традиционного приготовления пищи, отбеливания, а также стирки. У меня в доме всегда имеется в запасе несколько пачек соли. На самом деле, помимо этого метода, который я вам сегодня предложу, можно использовать соль для очистки раковин, мытья полов. Мало кто знает об этом, хотя она моет полы не хуже любого химического средства. Соль является отличным поглотителем неприятных запахов. Я сейчас вам предложу довольно необычный метод, но преимущества его в использовании очень значительны. Кто бы мог подумать, что обычная соль может оказать такое действие? Итак, что вы должны сделать? Приблизительно за полчаса до сна наденьте носки, в которые насыпьте соли. Можете туда добавить пару капель эфирного масла. Суть заключается в том, что соль хорошо помогает ногам во время сна расслабиться, снять напряжение трудового дня и одновременно поглощая неприятные запахи. Используя этот метод ежедневно, уже через несколько недель вы заметите, что ваши ноги будут готовы пройти лишние мили, а запах, который может возникать в результате длительного ношения обуви в течение всего дня, убивает бактерии, вызывающие этот запах. Так что уже через несколько недель вы забудете об этой неприятной проблеме. Ваш сон станет намного лучше, и вы будете намного лучше спать. Есть такое поверье, что все негативные и плохие отрицательные эмоции, которые накоплены за день, опускаются в ступни, а соль помогает от них избавиться. Многие люди, конечно, в это не поверят. Так почему же не попробовать этот метод? А вы заметите, что на второй месяц кожа на пятках станет более гладкой и мягкой. Попробуйте обязательно данный метод, и результат не заставит себя долго ждать. Благодарю вас за внимание. Всем пока!